Угловой на вес штрафную головой. Штанга, это пенальти. Да ну их, это пенальти. Мяч в игре за центр поля. Штрафная площадка. Мяч попадает вратарю в перчатки. Отбивает в откате удар. Наши круче всех играть в футбол. Всем, что мы сегодня выиграем, трах тебе дох. Вот. И вот УВАР. Атака. Гол! Гол! Я думаю, что это связано с запуском андроидного коллайдера сегодня. Очень уже зрелищный матч. 1-1. Сборная России, сборная Англии. Я вообще говорил, изначально будет 2-1 в нашу пользу. Россия! Ура! Крис, ну я видел, что... У меня самый любимый город, ребят, это город Воронеж. По двум причинам. Во-первых, там родился и состоялся замечательный артист и музыкант Михаил Гребенщиков. Потом там такие красивые девушки. Вот, если что, я перееду. Только что наша команда забила гол. Появилась мысль в нашей игре. Мяч держится, хорошая игра в пас. Вот, хорошо ребята на выходе контролируют мяч. Но сейчас идет хорошая игра, мы проиграем 2-1, но это ничего не имеет значения, потому что еще осталось, наверное, 40 минут. В данный момент атака по кромке поля. Темнокожий игрок. И навстречу идет Юрий Давыдов, который вместе с нами встретил второй тайм со счетом 2-1. 2-1, да. Неплохо. Посмотрим, чем закончится. Россия с футболом! Праздник приехал в город Новороссийск. Второй чемпионат мира по футболу среди артистов. Первый же матч. И наша команда выигрывает у Англии 2-1. Волнение давило, в общем, так и в начале, в процессе игры. Все-таки чемпионат мира не товарищеский матч. Я бы сказал, серьезнейший человек, который повлиял на всю музыку Японии в целом. Нам бомбежка любая, помирать нам рановато, пусть у нас еще друзья. Помирать нам рановато, пусть у нас еще дома дела. По соскучи время тот ура, ура, тот ура. Russian legends of reggae style music, Dimos and Karina. Перед которой так не хочет меня отпускать, толкает меня в солдат, распал белую батарею. Я поздравляю вас со вторым чемпионатом мира по футболу среди артистов. Рейса, Брейша, Нума, Нума, Ей. Нет, лечет чаще то, чего у нас нет. Мы же русские, и мы так живем. Танцы, анимансы,
вверх, руки вверх, руки вверх. Вот и ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Казав на кажа танцова патука на дую я. Может быть там в небесной тайне дом, о котором могу лишь мечтать. Простим друг друга так тому и быть за них, за них, за нас, за нас. За Роллинг Стоун, Спартак не просто так зажжёшь, что ждут. И за девчонок, что еще дают нам. Здравствуй, Новороссийск! Мы очень благодарны вам за ту колоссальную теплоту и внимание, которое вы оказываете всем командам на протяжении этого чемпионата мира. А теперь наступило время нашей команды, которая уже минимум серебряные призеры этого чемпионата. В украинскую деревню хорошо, звенят хорюки полные стаканы. В украинскую деревню хорошо, мерещатся туманы растуманы. И каждый вечер ждет народ, когда же дед Микола запоет. В вашей команде поют? Поют. Все поют. Вы не слышали? Мы буквально 5 минут назад мы кончили это самое. У себя в кремировке. Кончили? Да.
Ai-ai-ai, järgmine aasta me tuleme veel rohkem möllumeestega. Ja siis ei mängi mitte keegi enam jalgpallis. А я буду бежать забивать гол. Завтра на поле появится Гарик. Гарик молодец, он качает соски, тренирует брови. В нашей команде есть место каждому. Плачут девчонки Новороссийска, потому что на сцене Влад Топалов. Я с детства играл в футбол и, безусловно, как бы мечтал о том, чтобы выйти на поле в футболке сборной России. Я думаю, что где-то волос 11 игроков, значит, 11 волосиков я выдерну, и сборная России выиграет, и мы возьмем первое место, так и знаете. Дорогие друзья, я думаю, что на дорожку от сборной России могут всем встать и танцевать самбо от Семена Эйнштейна. Мы приглашаем вас завтра на финальный матч Россия-Бразилия, такого еще в истории не было. Мы все время хотим, но пока не можем. Но это будет обязательно. Россия, Россия! Сегодня впервые за команду России и за команду Старкоя. Что-то произошло. Одну секундочку. А, вот опасно, опасно. Вы видели, что творится? Я думаю, что ночью не уснем до утра точно. Из кубка выпьешь? Обязательно. Россия! Люди пришли на стадион для того, чтобы поддержать команду и увидеть футбол, а не спектакль. Вот, 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 смотри, смотри. Опа! Коля, Коля! Укрупни. Коля! 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 У нас игроки играют очень хорошие. Булатов, Дагузов вышел в сегодняшнем матче. Ах ты, гля, в спину попал! Ух ты, красавец! Ух ты, блин! Нет! Но! Редкий момент, когда можно посмотреть рабочее место Виктора Гусева. Виноградный сок и вода, да, конечно. Я даже разбавляю виноградный сок. Вот. Я даже разбавляю виноградный сок, чтобы он был не таким насыщенным. Насыщенный краснодарский виноградный сок. Разбавишь водой — великолепно, очень помогает репортажу. Особенно такого матча захватывающего. 3-1. Бразильцы сумели размотить счет. А это танцор! Честь победителя! Вот такие серьезные призы приготовили организаторы чемпионата. И каждый сегодня приз найдет своего героя. Оле, 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 оле! Россия чемпион! Россия чемпион! Оле, оле, оле! Россия! 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 Мы чемпионы! Мы чемпионы! Мы чемпионы! Мы чемпионы! Это моя дочь. И так будет с каждым, кто посигнет. Ребят, по 50 грамм, давайте за победу, берем. Congratulations. Organizera beautiful. Россия чемпион! От имени главы города-героя Новороссийска Владимира Ильича Синеговского разрешите вас поприветствовать в этот замечательный вечер. On behalf of Vladimir Sinigovsky, mayor of the hero city of Novorossiysk, let me welcome you on this wonderful evening. A jersey for Vladimir Sinigovsky, the mayor of the city, who just turned 60 recently, and you have a number 60 on the back. Для меня главный приз, я сам вратарь, поэтому лучший вратарь у нас Кеничи Йошимура. Где он? Лучший бомбардир чемпионата, и это, конечно же, Виктор Дорошенко, Украина.
самый ценный игрок, лучший игрок чемпионата. And the best player of the tournament is Bertie James of Anglia. England, Bertie James. Все люди, которые на энтузиазме держат свои команды, отдают уйму сил для того, чтобы мы все имели возможность играть в футбол, петь песни и проводить наши замечательные фестивали. Низкий им поклон. These are people who made it all possible, whose enthusiasm made it all possible as getting together here playing football, singing our songs, and I greet them from the bottom of my heart. И не просто поклон, а выпьем за их здоровье. And now let's drink to their health. Ляхаем.